Николай Николаев, главный врач Федерального центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования, удостоен новой награды. Указом президента России за заслуги в области здравоохранения, развития медицинской науки и многолетнюю добросовестную работу ему вручат медаль ордена за заслуги перед Отечеством второй степени. Николай Николаев возглавляет центр эндопротезирования с марта 2008 года. Сегодня эта клиника принимает пациентов со всей России. Здесь проводят примерно 4000 уникальных операций в год. Кандидат наук, автор более 45 научных трудов по педиатрии, детской хирургии и организации здравоохранения, Николай Станиславович успевает вести и большую общественную работу. Он депутат Госсовета Чувашии и руководитель общественной приемной «Единой России».